Хаю-хай, с вами Ивангай, и мы будем играть в игру под названием Майнкрафт на версии 1.8. Не, это не Ивангай, это я супер, мы будем играть в Майнкрафт, да. Я нашел нормальный сервер, на самом деле, Майнкрафт называется. На 1.7 и на 1.8 версии Майнкрафта. Пиратский сервер, можно и пиратом играть. Тут PvP, PvE, ну почти все есть. Давайте сейчас... Нет, тут пароль не надо писать. Вот, как видите, я обжился немножко. В сумках тут ничего нету. У меня немножко будет подлагивать. Если будет подлагивать, простите за это. Сейчас я посмотрю, у меня сколько денег. Я не помню, у меня сколько. Манел. 53. Хом. Сейчас. Я, значит, тут поиграл немного. Вот, как видите, я немножко развился специально для записи. Вот, как видите, я тут уже набрал немножко железа. Тортик. Давайте тортик поставим. Тортик, это же классно. Давайте, WhatsApp. Все. Можно есть тортик. Положим все на место. Мне тут вообще ничего не надо, кроме меча и мясца. Надо бы еще мясо пережарить. Сейчас. Тут у нас что? Значит, надо тут... буду выживать, буду снимать на запись. Возьмем гнилую плоть, будем экономить, и печеньки возьмем. И... Не-не-не, гнилая плоть на самом деле не очень, лучше поесть свежую еду. Возьмем... Никаких инструментов не будем брать, потому что мы будем пвпшиться. Броню мы возьмем с собой. Я еще другу дал штаны и босоножку. Вот эти босоножки я нашел в пвп. Ну, давайте мы сейчас скрафтим себе броню, штанцы, железные поножи. И пойдем пвпшиться. У меня меч обычный, небесно-кар 5. Это, не думайте, что это самое крутое, это в кит-старте берется. Сейчас я как раз пропишу кит-старт. Через 15 дней. Что есть кит сейчас? Нет, только кит-старт. Окей. Тогда мы пишем ват пвп. И сейчас будем сражаться. У меня что-то голос немножко изменился, простите за это. Мой ник Albion MDR, если что. Я не двигался же, стоп. Давайте ничего не будем делать вообще. Все, телепортировалась. И тут никого нету. Замечательно. Тогда я пойду на хом и будем добывать алмазы в ускоренном режиме. Сейчас пойдем. Броня, вот это все, думаю, сохраню все-таки. Кто-то мне хочется, ну, на мне тпшнуться, но я ему не дам. Никак нет. Топор, лопату, все, берем. Целебленная это. Еда, немножко стейков. И все, пойдем, пошлите. Возле меня никого нету, а то будет капец. Я вот тут заприватную территорию небольшую. Какой-то Годес хочет телепортироваться. Сейчас напишем в чат. Кто ты такой? Годес. Годес. Чтобы телепортироваться ко мне. Все. Так написали. И пойдем добывать алмазики. Найти бы шахту. Вот эту шахту я добывал. Там немножко железа нашел. Пусть он мне напишет что-нибудь там. За мной, думаю, никто не ходит, потому что мне будет капец. У меня лагает, потому что сервер, потому что меня могут любой нубас убить. Даже с киркой деревянной. Пойдемте искать алмазики, алмазики, алмазики. Я еще из-за этого скрафтил алмазную кирку. Специально, чтобы если алмазы найдем, то будет замечательно. Давайте убьем коровку. Опа, кожа, кожа, кожа. Уберем гнилую плоть. Надо на самом деле еще собирать цветочки. Они дают бабло. То есть вы можете зарабатывать деньги. То есть, нет, не в реальной жизни, а в игре. То есть вы так собираете цветочки. И потом их можно продавать в магазине и покупать какие-то разные шняшки. Будем красные вот эти собирать. Вот так собираем все. Нам даже семена понадобятся, потому что я хочу посадить пшеницу. Тут никакой шахты нету. Но я найду все-таки эту шахту. И как видите, Годес мне ничего не написал. То есть это просто грифер. То есть, если вы его тпшните, он у вас загриферит. Но можно, конечно, его обмануть одним пальцем. Просто берете и... У меня нету, блин, этого
факелов. Замечательно, я еще упал. И ой, ноу! Оу, ноу! Ту-т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 у. Ай, умирай, умирай, умирай! Ой, все. Ой, нет, не все! Капец. Эндермен, умри! Все. Думаю, все пропали. Я забыл дерево добыть, во-первых. И, во-вторых, я забыл палки взять, чтобы факела сделать. Но я уголь добуду. Нам всегда понадобится. Сейчас добываем уголь. Все, добавили немножко угля. Год что-то тпшится. Я не хочу его принимать. Я понимаю, знаю, что он хочет меня убить, загриферить. Как раз, когда я добываю. Но это уже очевидно. Тут алмазики есть? Нет алмазов. Я специально скрафтил алмазную кирку, чтобы добывать алмазы. Но, как видите, тут 0 алмазов. И думаю, я эту кирку не пройду. Если пройду, значит, я в этой жизни не самый крутой. Потому что в кит-старте мне дали 3 алмаза всего что. А это, вы, как понимаете, не самое большое количество. Вот я понял бы, если 6 штук дали, я мог бы 2 кирки сделать. Если одну потеряю, будет все окей. Пойдемте вниз, слушаем. Мне надо ниже спускаться. А, нет, я тут был. Тут я уголь добывал. Пошите вот эту какую-то черную дыру. У меня подлагивает, простите за это. У меня FPS сколько тут? Почти 10, 20 FPS, 30 FPS даже нету. Тут смотрит, смотрит. И ничего нет. Значит, давайте так хом. Тпшимся, хом. Все. Тут у нас, как видите, пережали мясо. И вот тут мы пережарим, конечно, железо. И потом одну сырую говядину. Ложим все. Одуванчики вот эти. Все. Мне бы посадить этих семена. Возьмем немножко булыжника. Два булыжника. Нам надо взять и скрафтить факела. Факелы. А, вот у меня были 8 факелов. Окей. Сейчас. Палочки бы. У меня хотя бы дерево есть? У меня даже дерева нет. Упс. Пойду дерево рубить. Думаю, тут за мной никто не ходит. Что-то у меня какой-то синдром, по-моему. Кто-то меня загриферит. Вот такой синдром. А то обычно тут в этом Майнкрафте гриферят. Нет, тут такого человека, который никогда не гриферил. Есть по-любому один человек, который вас загриферит. Все, добыли все дерево, и давайте обратно срубим это. Убьем тебе вот эту овцу. Все, убили. Взяли 6. Сейчас мы пойдем в шопиться, в варп-шопе. Возьмем цветочки, возьмем шерсть, что можно еще продавать. Половину булыги возьмем, и еще, не знаю, что еще можно тут продать. Вот эти каменные кирпичи не продаются, потому что они... То есть как бы почти бесплатно. Тут что, железо переплавилось. Сейчас все положим. Железо нам понадобится, мы не будем продавать. Все вот это положим. Дерево переработаем обратно в еловые доски. Положим их сюда. Саженцы можно, по-моему, продать. Жареная курица. Что-то у меня куча еды. Положим пока вот это, чтобы жарилось. Давайте печеньку съедим. И курицу. Все, и варп-шоп нажмем. Варп-шоп. Ждем. Все, телепортировались. Шоп тут не самый крутой, на самом деле. Не самый лучший. Он как-то странно сделан, как под здание сделали. Из-за этого, во-первых, у вас будет лагать, потому что тут слишком много блоков различных. И, во-вторых, еще тут не очень так-то эффективно. Вот, мясо, давайте, сел. Стоп. Сел. У меня 2 мяса еще осталось. Ну, дома у меня еще полно. Что еще можно продать? Мне бы цветочки продать, они на втором этаже, по-моему, продаются. Можно топор и кирку продать. Не, у меня кирки железной нету, у меня только алмазная. Ой, блин, у меня подлагивает. Вот, здесь цветочки продают. Можно продать тут. И получить за это бабло. Вот тут даже полублоки. Вон, золотое яблоко можно купить и продать. Кровать, пшеница. У меня есть пшеница, у меня вот этот. Если 9 долларов, у меня есть вот
сноп сена, потому что она кит-старте дается. Вот давайте маки будем продавать и вот это. Нажимаем, 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 нажимаем. Все. Все продали. Продаем вот эти желтые цветочки, которые добыли. И все замечательно. Ищем еще что-то. Что можно продать? Нам бы хотя бы что-нибудь продать. Тут можно заблудиться. Давайте хом пишем. А, не-не-не-нет. Вон там можно еще что-то. Вон там. Вот, вот этот. Можно 5 вот этих еловых штуки продать по 2 доллара. Если в реале так можно было продать вот, за вот такую цену, 2 доллара. Сейчас еще доллар уже давно подорожал. Вот. И надо бы сейчас найти блоки каменные. Вот-вот-вот. Каменные блоки. Стоп, лагает, лагает. Вот. По 1 доллару. Это хоть мало, но это лучше, чем ничего. 22 блока. То есть нам надо 22 раза прокликать. Я попытаюсь быстрее нажимать, чтобы у вас... Все. Продали все. 6. 6, я не знаю, где продавать. Ну, ладно, нажмем хом. Хом. И пока все. Ничего не будем продавать. Манил. Манил. У нас 200 долларов почти. Это очень много. Это замечательно. И все ложим на место. У нас есть снежки, чернильный мешок, уголь. Тортик есть. Тортик такой няшный. О, смотрите, мы его немножко сели. Ну, окей. Разницы нету, потом еще тортик получим через 14 дней. Либо сами скрафтим. Стоп сена, да, я хотела стоп сена продать. Что-то я не пойму автора решения. Смотрите, стоп сена же можно в пшеницу превратить. И это все продать. Ну, я оставлю где-то 16 штук. На всякий пожар. Железная дверь есть. Но я не знаю, можно тут какой-нибудь в этом доме еще что-нибудь построить. Шоп, 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 шоп. Все. Телепортируемся. Сейчас будем продавать, блин, в ускоренном режиме вот эту пшеницу, потому что я не знаю, как теперь продавать эту пшеницу, потому что как ее продавать, если тут смотреть сколько, и надо еще по одному разу кликать. Тут нет такой штуки. По 16 продавать, или по 32, или по стаку продавать. Такой штуки тут вообще не существует. У меня еще сейчас 0 FPS. 0 FPS, я не знаю, как я играю. 0 FPS это замечательно, потому что у нас быстрый интернет, прям супер быстрый интернет. Казахстан, Мегалайн вообще замечательно. Самый говно интернет, на самом деле. Блин. Это просто с сарказмом говорил, что типа самый быстрый интернет. Блин. Я не могу найти, куда продавать эту пшеницу. Вот, по-моему, где-то вот тут. Да, вот тут, по-моему. А, вот тут, вот, вот, и мое бабло. Стоп. Ну, давайте ускоренный режим. Давай, начинайся. Все, значит, ускоренный режим закончился. Да, мы продали все, и на сколько бабла? Сейчас смотрим. В вашем веб-хранилище 11 литров железа. Что-то я не пойму, что-то можно получить. Сейчас я нажму кома. Сейчас посмотрим, сколько у нас бабла. Манил. Я, по-моему, уже миллиардер. 2000 долларов. Мне бы такую зарплату за одну минуту. Ну, крутяк на самом деле. Если так по 14 дней получать, то есть за 3 недели такую зарплату 2000 долларов, то было бы крутяк. Замечательно. Ну, тогда я не знаю, что тут даже делать. Пишите в комментариях. И это было промо-серия, считайте. А с вами был я, Супер. Всем удачи, всем пока. И не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео. И рассказать видео друзьям. Просто нажмите лайк, и там Google иконочка. И все. Оценивайте, комментируйте. До скорых встреч.